еще про перегородку. Перегородка у нас из рифленого стекла. Она не просто так из рифленого стекла, это не дань трендам. На самом деле выполняет две функции. Первое, что хотелось. Хотелось запустить сюда свет, который будет идти естественным образом из окна. И с другой стороны, хотелось создать некую приватность, потому что если бы это было просто прозрачное стекло, через него бы все просматривалось, может быть, какую-то штору дополнительно пришлось бы вешать, а нам этого не хотелось. Перегородка из стекла и алюминия, производство компании Dorian.